Здорово, ядрицкие силы. Сегодня порубать пойду сюда. Лебанис какой-то ресторан. Посмотрим. Это Изис на той стороне классный. А здесь, ребята, памятник. Сидячий на лошади. Такое впечатление какой-то white supremacy, да? Какой-то белый поработитель, наверное. Оказывается, это первый президент штата Огайо. Написано имя, наверное. Так, сейчас быстренько перебежим дорогу. Да-да-да-да-да. Прочитаем. Уильям Генри Харрисон. Первый президент Огайо. Я без базара. Вон написано. Ohio's first president. Ничего не заплевано. То есть какой-то респектос, наверное, есть. Там какой-то парк тоже классный. Может быть, зарубать в этом парке шаурму. Церквей разных куча здесь. Типа костела, наверное. Ну, я не очень пропеллер. Пока пивняк из нее не сделали, но, может быть, попозже. Вам, ребята, успехов, чтобы все было ништяк. Давай.